Приветствую вас, дамы и господа. У микрофона человека, значит, вы будете слышать слова, которыми я вам объясню, почему танк в этом видео самый плохой премиумный танк в игре World of Tanks. И это не какой-нибудь там CDC, про который плачут уже несколько лет о том, что нужно его апнуть, и он слабый. Этот танк нужно апнуть уже давным-давно. Как только он появился, у него уже было прозвище «Кусок». И это не кусок золота. Это совершенно другой кусок. 7000-й год до нашей эры был создан первый полезный кусок для человечества – кирпич. И с него для людей было пользы намного больше, чем с этого куска Т-34 американского. Поскольку этим танком получить хоть какую-то пользу в игре невозможно. У него плюс только один – большое пробитие. Все. Больше плюсов нет. И раньше такой плюс устраивал практически всех. Все только и смотрели: о, нормальное пробитие, все пойдет. Но раньше еще и казалось, что и альфа большая, 400. И от башни типа можно играть, она же крепкая. Но сейчас у Т-34 альфа 400, утяжа 8 уровня, это смешно. Альфа 400 это обычная альфа, даже небольшая, есть намного больше. И не только утяжей. И не только у ПТ. Но даже у СТ-шек бывает больше. Самая большая проблема этого танка это еще не только альфа и отсутствие ДПМа. А это еще и реализация каждого выстрела. Комфортно реализовывать стрельбу практически нереально из-за некоторых параметров. Отсутствие стабилизации, долгое сведение и снаряд, который вообще в середину даже не планировал лететь никогда. Так еще и подстроиться под выстрел тяжело, поскольку танк вообще не поворачивает ни корпусом, ни башней. Такое ощущение, как будто бы крепление там произведено гвоздями. Прибили и все. Перепробовал кучу оборудования, казалось бы, и увеличение ХП вроде бы приносит пользу. И улучшенный прицел тоже, стрелять становится легче. Но в итоге к стандартному досылателю и стабилизатору третьим оборудованием я поставил улучшенные механизмы поворотов, поскольку этот танк начинает хоть немножко поворачивать корпусом и башней. И ты начинаешь чуть-чуть лучше и комфортнее подстраиваться под выстрелы, но все равно все плохо. Этот танк не бронированный и не танкует ничем. Он пробивается в щеки, он пробивается в крышу, он пробивается в лючок, пробивается в корпус, пробивается в борта и куда угодно. Он очень большой, неповоротливый, и подставить правильно его очень тяжело. У него нет ДПМа, нет комфорта стрельбы в точности сведения и стабилизации, нет ДПМа, нет ни черта, у него есть только пробитие. И такое ощущение, что это знают все, абсолютно все. Вам союзники никогда в жизни не помогут, они вообще не будут вас считать за нормального союзника, не будут обращать на вас внимание, даже не будут вам давать нормально поиграть место, то есть им просто на вас наплевать. Но и все враги тоже знают, что вы просто мусор, и абсолютно каждый бой все стремятся убить Т-34, поскольку на нем легко набить урон. Ни на одном танке я не чувствовал себя так отвратительно именно по ощущениям, даже если отойти в сторону от его ужасных параметров, ты просто ощущаешь, что об тебя вытирают все ноги. И не просто вытирают, а прям стараются приехать и прям у тебя на глазах, прям чтобы ты видел, глянь, какой ты ничтожный на этом танке. И начинают вытирать ноги, а союзники все, ну мусор умирает, типа, ну и пусть умирает, нет смысла ему помогать. Такого отвратительного ощущения ни на одном прям танке у меня не было. Так еще и планка на 3 отметки у этого танчика была 2200, когда я начал на нем играть. И как я на нем поиграл 2 дня, планка стала 2300. Видимо, я единственный, кто на этом танке вообще на планете Земля играл и поднял планку на 100. И самое смешное, что у прокачиваемого Т-32 планка на 3 отметки 2300. То есть танк, который прокачиваемый лучше, в стоке даже, будет, чем вот это вот прем-танк. Получается, что прокачиваемый Т-32, который нужно сначала вывести из стока в топ, и только за счет этого уже прем-танки всегда планка на 3 отметки у них выше, то получается у Т-34 нифига не выше. То есть Т-34 это стоковый танк. Ему надо улучшить башню, ему надо улучшить орудие, ему нужно улучшить двигатель. И только тогда он будет в топе. Такое ощущение, что это стоковый прем-танк. Если Т-32 в ветке прокачивания можно из стока вывести в топ, из-за этого там планка на 3 отметки 2300, то Т-34 уже в таком виде, и никуда ты его уже не улучшишь никак.
И никакое толком оборудование ему не поможет. Это просто танк, об который все вытирают ноги, и союзники, и враги. Конченый танка я не видел в игре вообще. Никогда. Но при этом особо я не слышу, чтобы кто-то просил его апнуть. Видимо, танк великолепен. Но скорее всего попросту про него все забыли. С вами был Варчик, играть красиво, всем пока.